«Парад талантов» под таким названием в Люберцах прошел первый инклюзивный фестиваль творческих возможностей. В Центральном парке маленькие жители округа пели, танцевали, читали стихи и получали подарки за свои умения. Подробности в материале моих коллег. А пока наоборот, только черному коту и не везет. Большинство из этих ребят выходят на большую сцену впервые. И наверняка каждый запомнит этот день на всю жизнь. Парад талантов – это площадка, открытая для всех. Главное условие для участия – желание проявить себя. Работы принимались не только вокальные, танцевальные. Ну и для кого-то целое достижение – собрать что-то, даже какую-то поделку из лего. Рассказать стишок. Это для нас кажется легко и просто, а для них это целое достижение. Инициаторы проекта – представители фонда «Вера, надежда, любовь». На сегодняшний день он объединяет 40 семей, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Это наши дети в первую очередь. Для них это очень важно. Общение в первую очередь. Показать им, что они важны для всех. Они не незаметные, а очень значимые фигуры в жизни нашего общества. За нашими детьми наше будущее. Такие фестивали вообще дают детям не просто уверенность, да, а они их подстегивают идти дальше и развиваться. И это стимул для нас, работы для них. Подарки за свой талант и незабываемые эмоции получили около 20 детей. Первый инклюзивный фестиваль поддержали и творческие коллективы городского округа. Теперь это мероприятие станет ежегодным. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.